Между двумя удаленными компьютерами довольно просто с помощью специальных программ создать VPN-соединение, то есть создать виртуальную локальную сеть через интернет. Для этих целей мы будем сейчас использовать программу TeamViewer. Скачать ее можно с сайта разработчиков, и для некоммерческого использования она совершенно бесплатна. После запуска программы каждой ее версии выдается ID-номер и пароль, который всегда меняется при следующем запуске. Для создания VPN-соединения с другим компьютером на нем также должна быть установлена данная программа. Нам понадобится ID-номер, который выдаст приложение, запущенное на удаленном компьютере. В качестве выполняемого действия нам нужно отметить VPN. Программа обнаружила удаленный компьютер, и нам необходимо ввести пароль для создания VPN-соединения. Кстати, для создания VPN-соединения программе необходимо установить дополнительный драйвер, и об этом программа спрашивает при установке. После удачного подключения программа выдает окошко, в котором отображается состояние соединения, ваш IP-адрес и IP-адрес партнера. Зная IP-адрес партнера, к нему очень легко подключиться через обычный проводник. Подключение к удаленному компьютеру будет удачным, если на нем будет отключен брандмауэр. Иначе любой доступ будет блокироваться, и увидеть папки, открытые для общего доступа, не получится.